новый Mercedes G-класс, в котором мы произвели несколько видов работ. Сейчас расскажем. Очень часто ставим на Гелендваген доводчики дверей. Актуальная опция не только для самых свежих, но и для любого поколения автомобилей. И то же самое для пятой двери. В самый новый Mercedes G-класс мы подключаем дополнительные навигационно-мультимедийные системы, которые позволяют разделять экран на две части. Справа сейчас у нас онлайн-телевидение, слева Яндекс.Навигатор. Звук идет в штатную акустическую систему стерео, регулируется штатными органами управления. Любое приложение можно развернуть на весь экран, пускай это будет Яндекс.Навигатор. Обратите внимание, за счет HD качества картинки, насколько качественно и красиво все прорисовано. Есть мультитач-сенсорное и голосовое управление. Привет, Алиса. Кроме того, абсолютно любые приложения вы можете самостоятельно скачать с Play Market, загрузить их на рабочий стол и пользоваться так, как будто оно всегда здесь и было. Онлайн-телевидение, YouTube порадует вас своим качественным изображением. И при том можно смотреть в пробках, коротать время в пути и все что угодно. Обратите внимание, все штатное при этом работает, как и прежде. При включении задней передачи всегда в приоритете оригинальная система парковки. При переходе в оригинальную мультимедиа-систему всегда вы что-то можете там настроить, изменить. Все по-прежнему, на гарантию не влияет. Гарантия от BGT Workshop на срок владения автомобилем. Обращайтесь. И обратите внимание, владелец этого автомобиля также позаботился о задних пассажирах. Поставили два независимых мультимедийных монитора, которые каждый показывает свой контент. И при этом обратите внимание, они снимаемые. В любой момент можно вынуть. Появляется вот такая заглушка. Пальцы никто не засунет, ничто не сделает. И опять легко назад все восстанавливается. Ну и согласитесь, внешне весьма интересный автомобиль. Мощная тормозная система, красивые дизайн диски. Все так, как вы любите, цените и относитесь с уважением.